Привет всем! На моем канале вы найдете полезную информацию по фармацевтическому оборудованию. Наша компания занимается подбором и поставкой миксеров, порошков и смесителей фармацевтических для смешивания сухих и увлажненных сыпучих материалов и жидкостей. В нашем каталоге 3D-миксеры, V-образные миксеры и лопастные миксеры, магнитные мешалки, пьяные бочки и прочее оборудование для подготовки порошков и жидкостей в фармацевтическом, пищевом и косметическом производстве. Компания Романа Цибульского «Минипресс.ру» занимается поставкой большого ассортимента фармацевтического оборудования из Китая, Кореи, Индии, Европы и других стран. Мы выполняем работы по поиску, подбору, закупке, доставке, таможенной очистке оборудования с доставкой в любой город России и стран СНГ. У нас самый авторитетный каталог различного оборудования с описанием на многих языках. Нами производится доставка грузов из Китая в Россию и страны СНГ по воздуху, по морю, железными автомобильными дорогами. Наш специалист ежедневно проводит консультации по технологиям фармацевтического производства. Подбираем оборудование и отдельные машины для производства продукции по образцам клиента. Весь комплекс дополнительных услуг. Поиск расходных материалов, упаковки, размещаем заказы в типографиях Китая. Имеем большую базу информации о производителях фармацевтической и ветеринарной продукции в России. Наша компания имеет офис в Шанхае и несколько менеджеров, которые помогают в работе с китайскими поставщиками. Эти люди очень долго работают с нами, и мы их полностью контролируем. Когда фабрика заключает контракт с нашей китайской компанией, то мы легко через суд вернем деньги клиента. Это придает больше ответственности фабрикам при работе с нашими заказами. Китайские фабрики ценят постоянных партнеров и клиентов, от которых к ним регулярно приходят деньги за оборудование. Мы помогаем нашим клиентам. При начале работы мы максимально четко стараемся понять задачу клиента, чтобы минимизировать риски при покупке оборудования, которое не будет работать. Наша задача – дать вариант оборудования, которое решит проблемы клиента. Роман до 60% клиентов отговаривает от покупки оборудования, выбранного ими самостоятельно. Это свидетельствует о наличии скрытых проблем и непонимания процессов и технологий нашими клиентами. Мы даем советы по выбору различных расходных материалов и сырья для достижения максимального результата в процессе эксплуатации. Подготавливаем клиентов к будущим проблемам. Советуем найти толковых механиков и наладчиков в их городе, чтобы им помогали следить за оборудованием и ремонтировать его. Также берем на себя помощь с поставкой запасных частей к оборудованию, купленному через нас. Участвуем в продаже оборудования БУ между нашими клиентами или через наш каталог. Спасибо, что смотрели. Отличного вам настроения. В общем, делитесь этим выпуском во всех социальных сетях, ставьте лайки, звоните в колокольчик, напишите в комментариях, если что-то вас заинтересовало.